Приветствую вас, друзья! Вы вновь на карте Red Growth. С вами Флешка. Привет, привет. Я Олег. Привет, привет. И чем мы? И чем? Да, и чем? И чем? И чем мы сегодня будем заниматься, Флешка? Ах, я что-то по ведьмовству соскучилась. Очень-очень оно мне надо. Я поняла, что я без своего ковена не я, и мне нужны мои бабоньки. Поговорить с кем-то, а то самому уже скучно. Да-да, чашечку редстоун супа распить, бутылочку. А ты уже сварила? Нет еще, так не с кем пить, что варить-то? А если серьезно, ребята, то я все-таки не покидаю идеи сделать ритуал изменения биома. Я уже разобралась, как оно делается, но для этого мне надо ковен. Для ковена мне нужен фамильяр, для фамильяра мне нужен демон, для демона нужен вилок. Ну, в общем, все очень запутано. Так что приступим. Тем более на все это есть задания, и хотелось бы их повыполнять. Итак, что нам надо? Что нам надо? Нам нужен вилок. Начнем с мелка, наверное. И самое прикольное то, что в награду дадут еще два мелка. Это вообще. Итак, неплохо бы глянуть в ней. Да, Woodash, Goodness и Gypsum. Ну, Gypsum я знаю, где лежит. Нет, его уже тут нет. Где Gypsum? Вот. Tier of Goodness. А Tier of Goodness у нас тоже есть. Я только покажу, из чего оно вываривается, потому что оно кажется такое достаточно сложное. Да. Что? Оно из березка, это... березка плюс ляпис. Что? У тебя что-то тут ничего, не получается? У тебя там в инвентаре что-то есть. И что? Я забыл, что это обычный вес, так. И оно все к тебе полетело. Два мелка, и это замечательно. Мы можем выполнить задание? И следующее. Теперь нам предлагают сделать золотой мелок. Я думала, все будет намного проще. Ну хорошо. Золотой мелок, это нам надо взять белый мелок, Golden Nugget и мандрагору. И мандрагору, и бросить все это в котел. Хорошо. Нагет, золотой. Есть, кстати. Значит, сначала кинуть мандрагору, потом нагет, потом мелок. И это все надо кидать вот в этот котел. У меня где-то должна быть палка-наполнялка. Она работает вообще на этом котле? Ай, нет! Да! Чёрт! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А где ведра? Ой, всё! У меня в инвентаре ведро есть. Есть у тебя ведро? Да. Чёрт. Алтарь не сильно пострадал. Ну, в общем, зато мой инвентарь... А, 10 с половиной, всё нормально. Зато мой инвентарь очень сильно пострадал от этого. Ой, не сюда, тут надо... Ах, тебе это же понятно. Куда мне это... Олег? Вынеси мусор. Пожалуйста! Вынеси мусор! Окей, да, хорошо. А где свалка? Мусорка Void Chest там есть. Блин. А это точно в этом котле надо делать? Да, в Witch's Cauldron. Итак, вода закипает. Ну, хороший способ. Ставишь блок воды, потом ведром забираешь и заливаешь сюда. Мастер рациональных решений. Поехали. Мандрагора, Nugget и мелок. Я лучше отойду, да? Отойди. А чё не... А, пошёл. Сейчас. Ты не спеши ведьму, не торопи. Я отвернусь. Можешь даже отвернуться, да. О, я сегодня утром. Ей, мелок. Что ты сегодня утром наблюдал, как ведьма колдует, что ли? Да, я наблюдал, как из двух мышек две мышки превращаются в лошадей. А потом был ужин с этой ведьмой. Ну, в общем, в следующей серии Ведьмака ты увидишь. Я таки добился её. Оу, спойлеры. Да, интересная сцена, плюс 21. Плюс 21 плюс. Да. Ей, мелок готов, и у нас теперь открылось. Кстати, нам предлагают сделать редстоун суп.
Так что вот. Но сначала я бы хотела зарядить этот кристальчик. Как ты на это смотришь? Потому что эти заряженные тюнстоуны, они используются часто, и надо их много. А у меня белого мелка нет. У тебя же есть, да? Ну, потому что я крафтила, да. Сейчас мы найдем ритуал. Ритуал of Charging он называется. И я не помню, на У какой меня он к тебе странице. просьба. Напиши что-нибудь белым мелком. Нет, только 7 на сверху. 7, 11 на 11. Что-то Нет, только только сверху. сверху. Сбоку не Да. пишется, да? Да. О, хорошо. Так, Вот ты делаем... пишешь, а я ничего не вижу. Что, серьезно? Да, трешь просто об него и все. С таким характерным звуком. Да. Центральный надо в золотой покрасить. И два круга нам надо белых для зарядки тюнстоуна. Мне хватит этого мелка или нет? Или он сотрется? Не знаю. У меня есть еще детские мелки, но я не думаю, что они здесь сработают. Так, все, нарисовали. Мне так нравятся вот эти руны, просто тащусь от них. Практически стесала мелок. Вообще. Итак, что нам понадобится для того, чтобы зарядить этот? Нам нужен Goldstone, Redstone, Wood Ash и Quick Lime. Организуй мне, пожалуйста, Redstone. Сколько? Ну, один. Wood Ash. Goldstone тоже есть. А как Quick Lime делается? Я его просто не вижу. А, Quick Lime он делает... А, просто в окошко крафта положить Wood Ash. Чё я туплю? А, и знаешь, что надо сделать? Сними, пожалуйста, магнит. У меня нет магнита. Всё, он только у тебя. Хорошо, хорошо. Отлично. Это просто замечательно. Да, конечно. Да, это очень хорошо. Итак, проверим список. Etune Stone, Glowstone, Redstone, Wood Ash и Quick Lime. Поехали? Ну что, ты готов к первому ритуалу на этом сервере? Давай. Только я все равно знаков не вижу. И что? Redstone. Я надеюсь, все достаточно близко. И правый клик. Оно сейчас все всосет. О, теперь золотую увидел. Пук-пук. И заряжается. Та-дам! И у нас, кстати, должно было потратиться 2000 из алтаря. Они потратились. И медленно, но уверенно восстанавливаются. Отлично, все прекрасно. Ну, что медленно? Все прекрасно 50 работает. Единиц. Да. И в награду нам дают еще 2 заряженных. То есть и у тебя еще 2. То есть в общей сложности 5. Это замечательно. Давай я здесь сделаю один слотик для этих кристальчиков. Ну что, будем варить редстоун суп, чтобы усилить... Оу, а почему у нас сердце демона-то светится? А, потому что у нас все для этого есть. А почему светится, что мы убивали? Не знаю. Давай мы отменим это задание. Давай. Потому что делаем, ребята, это с вами, потому что вы знаете, что у нас кучу раз задания слетали, и, возможно, мы где-то просто... Ошиблись. Да, все, отменили задание. Книжку, блин, я ее каждый раз выбрасываю. А, у тебя есть книжка, да? Да я ее призвала. Такая. Она где-то лежит тут одна. Даже где-то лежит, просто замечательно. Да. Столько раз, что у нас эта фигня вся слетала, уже просто забыли, что делали, что не делали. Так. Ну что, варим редстоун суп? Я думаю, это будет просто. Да, бойся, вот эндерпер, ладно. Окей, я тебе закину. Для чего? Если я их найду. Ну... Для задания? Угу. Мне надо редстоун, мне нужен язык собаки, drop of luck. Вот, и drop of luck надо сварить. У нас была куча эндерпёрла. Так сделай из эссенции, там эссенции очень много. В чем проблема? Ни так. В чем. А, шерсть а, мышки. А, еще и тут вот, ищи вот, вот, вот есть мышки. Такая штука. Да, я сюда прям слышу этот звоночек. Итак, нам нужно очищенное зло. Для этого надо Diamond Vapor выварить с
Гаст тиром со слезой гаста. Так, что у нас тут в брювере вываривается? Так, вапор с гастиром. Пошел процессик. Буль-буль-буль. Сюда вот, вот этим всем машинкам котлы немножко булькают, а вот этот дистиллятор тоже было бы прикольно, если бы он булькал. Знаешь, такие какие-то звуки странные издавал, такие. Да. Что? Застрял опять на сундучке. Ну, теперь хоть взлететь можно, ты мне эндерперлы бросаешь. Это для, для демона, для призыва демона? Хорошо. Давай, вываривайся. И для этого, нам кажется, понадобится маленький котел. Сколько тебе редстоуна нужно? Немножко. Отличное измерение. Немножко. Так, один? Мне понадобится мандрейк рут, незер ворд. Надо это все выкидывать, ну, выставлять в нужном порядке. Мандрейк? Нет. Пустые банки в руку влезли. Мандрейк рут. Есть. Где-то есть у меня Nether World. Nether World. Есть. Угу. Дальше. Tear of Godness, Refined Evil и Mutantis. Страшно. А почему здесь обычный верстак? А тут и такой есть. Да, есть. Это... Я еще что-то забыла. Mutantis Extremis. А, и Refined Evil. Он у меня в руках. Так, порядок я уже опять сбила. Tear of Godness, Refined Evil, а тогда Mutantis. Хорошо. И делается это все. Это все делается опять-таки в Witch's Cauldron. Хорошо. Давай, ставь, у меня ведро готово. Да лучше уже стенка набрать. Одно ведро? Я всегда три наливаю. Я не знаю, надо ли три всегда, но я всегда три наливаю. Напишите, кстати, в комментариях, надо ли три ведра. Так, я... Да, потому что все вываривается. Может, для каких-то рецептов три, для каких-то один. Возможно. Итак, поехали. Все, я пошел. Мандрейк, Незерворд, этот, Refined Evil и Mutantis. Ой, зелененьким теперь. Хорошо, раз красненьким. Я надеюсь, это хороший знак. Хотя... Оу! Оу! Меня немножечко накрыло. Нормально. Да, меня тоже. Приближение. Паралич. А у меня еще и приближение. Ну, потому что ты очень медленно двигаешься. Но зато мы сделали то, что надо было. И теперь что нам надо? Нам надо редстоун суп. Он делается уже в кетле, да? Он делается уже в кетле. И там надо редстоун. Я вот не помню, как оно делается. Оно, кажется, рядами. Сначала ряды, а потом столбцы делаются. Редстоун, потом язык собаки. У нас есть язык собаки? У нас... Да, целая куча. Где? Наверное, в сундуке из ада. Mm-mm. А где у нас язык собаки? Наверное, вот в этих языках, которые ты переставил. Голова есть. Один язычок есть. Хорошо. А шерсть мышки я здесь видела, потому что... Ну, вы видели, как в серии гонялись за всеми мышками, которых только видели. Прости, мышка. Итак, редстоун, язык, дальше вот этот варево это, потом цветочек розовый, белладонна, кажется. Да? Угу. Белладонна. Потом я опять забыла. Мышь и мандрагора. Мышь и мандрагора. Как-то так. Угу. Я надеюсь, у нас все получится. И как бы вот Ней не говорит, сколько надо энергии в алтаре. Я не помню, 8 или 10 надо. Ну, в общем, у нас есть... О, у нас 9. Нам надо, наверное, уйти на паузу и подождать, пока отгенерится. Хотя ну, посмотри, по 50 идет. Все нормально, сейчас будет 10. Все будет хорошо. Вот, 850, 900. Хорошо, тогда я наполняю кетл, и как раз оно... Пока он закипит, оно сейчас... А он должен кипеть или нет? У него бывают пузырики? Да. Да, он закипает. Или это не этот, или это тот закипает?
Так, сюда только одно ведро влазит, это точно. Не, ну он как-то не хочет кипеть. Мышка. Тихонечко, тихонечко, расслабьтесь. Ну что, я поехала, да? Давай, куда? Есть, 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 есть. Мне нужны банки, стеклянные банки мне нужны. А где обычное стекло? У тебя же было, ты же делала. А, одна штука. Одна банка? Одно стекло. О-оу. О-оу. Быстро жарь. А нигде банок нет в сундуках? Вот это засада, так засада, честное слово. О, тебя бьют? Кто? Иди отсюда. Вот здесь в Ботании могут быть банки. Только бы оно не выварилось. Здесь такие банки, такие, такие. Мне кажется, вот есть две банки. А сколько тебе нужно? Не знаю. А, я еще сделал за кадром Assembly Halo. Одна банка. Одна, ну, да. Я все равно поставил жарить. Так. Assembly Halo? Где? Что? У меня есть, я себе за кадром сделал. А, из Ботании. Все только что видели, как да, я пользовался. Ну вот, вуп-вуп, есть редстоун суп. Вуп-вуп, редстоун суп. И теперь нам надо сделать... Death Protection Puppet нам надо сделать. А ну давай посмотрим, как она делается. Это фиговина, которая будет нас защищать от смерти. Алтарь полный. Death Protection Puppet. Я говорю, алтарь полный. Я услышала тебя. Да. То есть она вообще ничего не использовала. Значит, тогда на Доминионе мы что-то делали неправильно. Мне для Death Protection Puppet надо опять-таки Drop of Luck. Да, вот в этом смысле. Мне опять-таки нужен Drop of Luck, а это значит, что мне опять нужен Refined Evil. Вот. А Refined Evil делается из Diamond Vapor и Гастира. От этого добра у нас просто навалом. А у нас есть Death Protection Puppet, мы их делали уже. Где? В сундуке лежат. Оно засчитает нам? Нет, оно не засчитает, потому что опять-таки надо скрафтить. Так что просто возьмем и скрафтим. Ох, эти постоянные перекрафчивания. Так, я не то взяла, я накид взяла вместо Гастира. Тебе нравится ведьмовство? Я пока что от него не вижу особой пользы. Единственное, что я хочу, это изменить биом. Все. Да что ж вы воете-то? Вопрос, где вы воете? Пока там вываривается, давайте пойдем поохотимся. Где они воют? За рыбкой. Что за рыбкой? Да, казалось, что вот стоит мариколчер, и поймать обычную синенькую рыбку, чтобы приручить кошечку, фактически невозможно. Ее надо выводить. А это очень длительный процесс. Ну, как и всякие там разведения. Поэтому... Вот ты где воешь. Было принято решение просто бить зомби, пока не выпадет рыбка. Когда-нибудь. Когда-нибудь она все-таки выпадет. Так, Refined Evil есть. И я повторяю. У меня кончились, кажется, Tier of Godness. Нет. О, да, а где они? Да. Да. Надо стеками понаваривать всех этих банок. Чтобы было очень много. Это просто надо взять березку вот с ляписа. Есть. Годность. А, я понял. Просто берем березку с ляписом и вывариваем. Ляпис бы еще найти. Было бы вообще замечательно. В смысле ляпис найти? Сделай. Сделай себе. Спасибо. Я кобальт взял. Попутал. Да, они очень похожи. Тебе 10 стеков хватит? Ой-ой-ой-ой. Поставь там одну штучку в дистиллятор. Сюда, в дистиллятор. Оп. И пошла жара. Сейчас сделаем опять-таки Tier of Godness. Можно, кстати, несколько их штук поставить вывариваться, потому что березок у меня много. 4. И куда ты... Так. Куда ты ляпис впихнул? Вот в этот вот сундук, где обычный лут лежит. Где?
Сундуков! Больше сундуков, много сундуков. Мы очень-очень-очень ждем с нетерпением обновления. На форуме пишут, что на протяжении 2 недель обещал создатель. Хотя он давно это обещает. У тебя так красиво стрелы торчат в шее и еще где-то в голове. Просто замечательно. Ох, как оно медленно. Или ты уже забрал что-то? Ты забирал что-то? Эй! Эй-эй! Ты забирал что-то? Где? Нет. Хорошо, я здесь стою, жду, ты, походу, забираешь. Ты уже один забрал, точно. Окей. Сейчас я себе сделаю. Почему? Вон 5 лаписа. Да. Хорошо. Ну, приходи, отдай мне. Отдай одну баночку. Это серьезно? Какую? Я сейчас тебя прокляну. Вот эту? Нет. А еще там было это? А еще вот это? Нет. Ну, больше баночек нет. Дай. Ну, одну. Ладно, две. Ой, все. Да я любя. Да. Итак, что я... Блин, я забыла, что я делала. Ой, все, мне нужен дроп-оф-лаг. А зачем мне нужен дроп-лаг? Олег, мне нужен Death Protection Puppet. А Death Protection Puppet делается из... Ты весь мусор мне бросаешь. Нет, это выварилось. Я передаю тебе. Да, мне нужен дроп-оф-лаг. Дроп-оф-лаг. Значит, Мандрагора, Незерворд. Ты так было ж. Ты ж... Я уже его использовала. Уже все, полностью использовала. Ну, да? Я одну сварила, я одну использовала. Отойди, а то я не могу открыть. Мандрагора, Незерворд. Дальше. Tear of Godness, Refined Evil. Tear of Godness, Refined Evil. И Mutandis Extremis. И это все делается в котле. Так что отойди, а то сейчас тебя опять накроют вместе со мной. Мандрагора. Оп, 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 оп. Да я ведьма со стажем. Кстати, да, ну, я не одела этот набор молодой ведьмы, потому что думала, что мы сразу будем демона бить, но... Ой, опять меня накрыло. Но надо его одевать, кажется, оно понижает шанс вот этого накрывания. Ну, так одевай. Я же тебе сразу сказала, оденешься? Ладно, я оденусь. Итак, что нам еще надо на куколку? О, мне идет. С крылышками вообще зашибезно. Мне нужна чистая куколка. Не, шляпа не идет. Мне нужны наггеты. И даймонд. Смотри-ка, у меня курточка появилась. О, тебе идет. А ну один шляп. Не знаю. Не, с шляпой не прикольно. Ну тогда дай мне шляп. И нимб. Такое ведьмовское одеяние и ним. И делаем Death Protection Puppet. Ты выложишься к ним, ты не выкладываешься? Ну, пожалуйста, выложись. Ох, ни в каком верстаке ты не выкладываешься. Ты в Crafting Station делаешь? Да, нет. и в том пробовала, не выкладывается. Puppet и наггеты. Уп-уп, уже которая куколка. Хорошо, задание выполнила. И нам дают еще редстоун супа. Я боялась тот использовать, пока нам другой не дали. Чтобы. Короче, может, он еще пригодится. Итак, берем нашу чашку. И вливаем. Ну все, я могу бабонек призывать, потому что у меня редстоун супа. А что ты... На целых 2 конференции. А что ты не... А, вот, налилось. Надо банку сверху поставить. Да, на целых 2 конференции. И вот с редстоун супом у нас 13200. Серьезно? А зачем? Что зачем? А там, кажется, самый крутой ритуал, он на 13. Так, Дарджекту есть баночка. А почему нету флешки баночки? Я уничтожил. Пожалуйста, уколи меня. Иди сюда. Я задом повернусь. А нужна иголочка, да? Да все там уже есть. Там уже и банка, и иголка. Давай кали. Все, спасибо. Дай банку.
пожалуйста. Все. Теперь у нас есть куколка защиты от смерти для флешки. Ты продолжаешь меня колоть? Действительно, только сзади работает. Что? Чуть выше ног, да. Чуть выше ног, ну я поняла. Окей, чуть выше ног, так чуть выше ног. У нас, кажется, еще поппет шелфов было дофигища. Или я его уже где-то поставила? Нет, я его нигде не ставила. А где наши поппет шелфы? А куда ты редстоун все положила? Он у меня лежит. У тебя, да? Чтобы она работала, ее надо... А вот поппет шелфы, я на них смотрела, такие не это. Вот ставим вот такую штуковину и сюда положу вот наши защитные куколки. У нас еще что-то есть привязанное. Нет, это мы не привязывали, все остальное. Ну, в общем, хорошо, с этим мы разобрались. Что нам еще предлагают сделать? Кучу всяких фиговин. Ой, да. Я хочу демона призвать. Вот серьезно. Давай призовем демона. Друзья не помешают. А где Блэйс Рода? Ты взял Блэйс Рода? Нет. Скрафти, там эссенция Блэйза есть. А я посмотрю, что нам надо для того, чтобы призвать демона. Итак. А как там из нее будет? Для призыва демона нам понадобится очищенное зло. Опять это очищенное зло. Я уже видеть не могу это очищенное зло. Ну, честное слово. Refined Evil. Он из Diamond Vapor вываривается. Что ты делаешь? Я? Что там? Мне нужен Diamond Vapor и Gas Tira. Ты когда шуршишь по сундуках, у меня такое впечатление, что ты вот прямо передо мной забрал то, что мне надо было. Читаешь мысли и просто забираешь все, что мне нужно. Я не настолько сильно пытаюсь троллить. Ты пытаешься... О, стекло, кстати, стекло. Вот нажарилось уже, наверное, много стекла. Я даже не пытался еще. Хорошо. Я еще не пытался троллить. Еще не пытался? О, ждите в следующих сериях. Тонкий и толстый троллинг от Олега. Так ты определись, тонкий или толстый. И. Я сказала и. А, я не исключаю. Все равно нужно выбрать что-то одно. Или тонкий, или толстый. Есть этот. Итак, нам нужен Refined Evil, Blaze Rod, Refined Evil, Blaze Rod, Ender Pearl. Что еще? Attune Stone и заряженный Attune Stone. Attune Stone и заряженный Attune Stone. Но это еще не все. Пользуясь случаем... Хочу передать привет. Маме! Хорошо. Я хочу сделать ритуал of containment, как-то ритуал заключения. Нет, imprisonment. Ой, господи. Нам нужен слаймбол и редстоун. У меня есть такое. Redstone. Нужно еще слаймболы. И редстоун. Все, у меня все есть. Не бросай мне больше ничего. Ну, у тебя же магнит есть. Нет. Ну, они там так и умеют. Я сняла магнит. Зачем это заключение, чтобы как бы демон от нас не сбежал? Ну прекрати сорить в меня, я тебя прошу, не сори в меня. Там есть void chest, не пользуйся. Я что, похожа на void chest? Я вообще фиолетовый не люблю. Я вообще не похожа на него. У тебя есть фиолетовый цвет на руках? Ой, я не виновата. Это Google. А кто именно? Это Google. Я погуглила скины для Майнкрафта и выбрала, которые более мне понравились. Все, отстань. В общем, ребята, чтобы... нужно еще тебе сзади колоть разок. Хорошо. Я сдалась. Все равно бросил меня. Отойди. Одну. Итак, я выбрасываю все, что надо для... Мне меч не готовить еще. Не готовить. Но он у меня готов. Так, и сразу выбрасываем ингредиенты для следующего ритуала, потому что если вы запустите один ритуал, а потом второй, то второй отменит первый. Каждый правый клик по этому золотому значку, он отменяет предыдущий ритуал. Так что, ну что, поехали. Оно должно все скушать, призвать его и заключить его в рамках круга. Правда, я не знаю, насколько далеко. Не жрет. Смотри, не жрет. Что-то не так. Не все высыпало?
Блин. А заряженный... А, да. Я отменила. Почему не пошло? Заново. Блин, а редстоун-то она сожрала, я тебе скажу. Что здесь? Слаймбол и редстоун. Ну, вот не зря я тебе кидал слаймбол. Да, у меня есть. Почему оно сожрало редстоун, но ничего не сделало? Я, может, что-то лишнее кинула. Угу. Блин. Арр. Где редстоун? Это... Что? Не подходи ко мне. Так, я теперь проверю в книжке еще раз. Итак, со слаймболом и редстоуном понятно. А вот с... Отдашь мне почитать? Я тут пытаюсь пристроиться сбоку, почитать книжку. Refined Evil. Это Refined... Открой ее хотя бы. Это Refined Evil. Есть. Blaze Rod есть. Ender Pearl. Attune Stone. Attune Stone Charged. Я круг не нарисовала. Ой, все. Да тебе мелок. У меня есть красный и фиолетовый. Нам нужен большой, ну, крайний круг должен быть красным. Нет, я не вижу твоих значков. Они не будут ставиться. Ставятся? Ой, они ставятся. Ставятся не только там. Мне нужна лопата. Пожалуйста, не рисуй. Да куда мне эти... Сними рукой. Ты не можешь рукой снять? Не, не могу. Вот о, это... могу мелком снять. Отлично, да, мелком можешь снять. Вот. Мелок. У меня половина теперь горит, а половина нет. Все, все есть. Так, попытка номер два. Вот. Ой. Все, я отхожу, да? Ой. И редстоун, чуть тебя не забыла. Вот, а теперь правый клик. Я пойду посмотрю, как там пчелки. Ты что, сейчас демон прилетит, а он пойдет на пчелок посмотрит. Все, пойду я на пчелок посмотрю. О, мышка, надо своих убить. Демон пришел. Пришел, поздоровался. Я хочу с ним поторговать. Что ты хочешь? Сердце. Нет. Два штуки. Что он хочет за сердца? Эмеральды? Не, я сейчас принесу. У меня есть. Ну, поторгуй с ним. Я взял, все, я взял. Взял можно сердца? Делать. Да, два. Точно? Сердца. Я, да. Я ж подготовился. Ой, ой, ты такой весь готовый. Он сейчас базу тут разнесет. Все. Что он выбросил? Вот это выбросил. Магма этот, магма крем. Сердца отдай. М? Отдай сердце. Какое? Красное. Свое? Да, но у меня красная. Да долго из груди достала. А ты знаешь, что она мне засчитала убийство демона? Может, не того? Как не того, как того? Что значит не того? Что значит не того? Как не того, если того? Призывай еще разок. Ой, блин. Хорошо я тут этого на вываривание поставила. Опять-таки. Хорошо. Attune Stone. Charged Attune Stone. Blaze Rod. Ender Pearl. Redstone. И Slime Ball. Я скоро выучу наизусть этот рецепт. И мне надо покушать. Надо давай его не будем этим ничем пить. Tinker's Constructor? Угу. Хорошо. Не знаю, может быть из-за этого. Требует есть. Чего мне это самое? А, ты приготовилась, эмеральды? Приготовила? Нет, ты себе приготовь эмеральды, хорошо. Будешь ты с ним торговать. Я уже поторговал, рынок. Хорошо. Нам задание не засчитали. Я тебе кину 5 эмеральдов, да? Это не факт, что он эмеральды попросит. У меня и алмазы есть. Они могут разные просить. Ну давай. Да, они раз. Разные просят. Они за книжки там совершенно другое просили. Так что... Давай, тогда пробуем еще раз. Есть. Я есть, буду его тервоидом бить. Есть.
О, земли нужно принести. Пойду я принесу землю. Все, я пошел. Буду поздно вечером. Трезвый. Да чего уж там? Что? Там шесть вроде бы, да? Так. О, он призвался. Да, торгуй с ним. Может, его просто убить надо? 30 золота на одно сердце. Еще магмакримы мне нужны. Хорошо, ты его отвлекай, а я сделаю то, что мне надо, хорошо? Не попал. А не попал. А не попал. Я сделаю магмакримы. Хочу эту зеленую штучку у него выторговать. А я попал. Прикинь. Он сейчас умрет. Не-не-не, не бей его. Ты чё? Прекрати. Прекрати его убивать. Умирать, так кстати. А золото у нас-то есть хоть? Целая куча. Где? Нету. Я не знаю, сделать нужно? Нету золота. Золото я... Там слитков 15 лежит. А надо 30. О, есть блоки. Есть блоки. Блоки. Я ж помню, я выливала. Чё ты? Ты его не убил, надеюсь? Мы с ним в карты играем. Но задание убить его надо. Я его сейчас пошлю за пивом. Думаешь? Думаешь, это хорошая идея? Да, оно будет горячее, фу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Есть. А что еще можно у него? Книжку можно выторговать. Все, и больше ничего. Ой! Ой, он разнес это! Ну, и что? Ей, засчитала. Оп-оп. И нам дали в награду артану на лутинг. Давай попробуем, сможем ли мы положить артану на стол. Здесь. Давай, артана. Ай! Надоело. Артана, ложись. И что? Она должна радиус алтаря увеличивать. Оп-оп. Теперь у нас есть много сердец. А еще я выторговала Spectral Dust. Это хорошо, потому что все равно нам говорят, что нам надо его делать, сделать. Ох, не хочу. Ну, в общем, демона мы сделали. Сердца я положил в тот сундук, где бутылки все лежат. Окей. У нас теперь много сердец. А ты смотри, я нажала поторговать на все, и... В общем, много получилось. Два штуки он дает. Я тоже два выторговал. А у нас шесть сердец. Ну, так одно выпадает. А, еще выпадало? И еще по одному. Ну, да. А, два и два, и два за награду. Хорошо. Ну что ж, я думаю, на этом стоит закончить, а в следующей серии пойдем в сторону вот эту фамильяров. Ты меня ударил? Я случайно. Ты меня ударил? Ты меня ударил Террорблейдом? Нет. Серьезно? Не Террорблейдом, нет. Артаной. А что? Вот так. Что? Артаной на лутинг? Что ты с меня выбить-то хотел? Ой, все. Сердце. Так ты не только хардбрейкер, ты еще и хардстиллер. Капец. А я хардбрейкер? Ну да, так девчонки в чате утверждают, что ты хардбрейкер на стримах. Да. А ты не знал? Вот это для тебя новость, а это какие, интересно? Какие? Хорошие, хорошие девчонки. Хорошие, да? Да. Фото покажешь, пальцем ткнешь на них. Окей. Хотя нет, там женская солидарность, дела дрова. Ну что ж, будем заканчивать? Да, нужно заканчивать, да. Наша встреча с демоном не прошла бесследно. Опять земли нужно перетарабанить. Да смотри, он мне круг смотри, поломал. А мрамор он мне... Да что круг земли нужно перетарабанить? Он поломал этот мой круг ведьмовской, ты что? Ах, что только не сделаешь ради пчелок. Это все делается ради пчелок. Вот серьезно.
Хорошо, в следующей серии мы займемся уже тем, что будем призывать, наверное, лягушку. Я все-таки склоняюсь к лягушке, потому что здесь нам не критично, кошечка. Окей, как-то так, да. Как-то вот так и будет. Ничего, ничего. Просто твое внутреннее я немножечко прорывается. И я никак не могу попрощаться. Что? Мое внутреннее я? Да. Ну ладно. 5 минут смеха от Олега тоже не повредит. Хорошо, а что где не... ты? А, хорошо, вот, что ты не... на нашем козёрном. Еще лучше. После этой фразы можно смело говорить, что все мужчины козлы. Минутка сексизма от флешки, да. Хорошо. Так что в следующей серии будет опять продолжение вечери. И надеюсь, что, может, через серию мы уже покажем вам сюрприз, да? Мы покажем? Да, сюрприз, очень... как я его вежливо и ласково назвал. Интересно, мне получится это прочитать или нет? Давай. Успнфо. Успнфо. Короче, у Олега что ники, что название... Просто конфетка. Я очень старался. Мы покажем вам успнфо. Не пугайтесь, слово намного страшнее сюрприза. Ох, да, сюрприз красивенький будет. А на этом все. С вами были Олег. Пока-пока и флешка. И это был Регроус.